сейчас сразу за Альтаира. Ха. Да ну офигеть, вот попёрло. Ого. А, кстати, вот у Юбиков частенько тогда, так не торопясь, потом как начинается в конце. Угу. Ты постоянно возмущаешься по этому поводу. Ну да. Никола Поло, мы мало времени провели вместе. Но я верю, что этот кодекс даст ответы на многие твои вопросы. Альтаир, это дар бесценен. Грация. Ну, и куда ты теперь? Пока обратно в Константинополь. Создадим там гильдию и назад в Венецию. Твой сын Марко будет в восторге от папиных историй. Пока он еще слишком мал для них. Но со временем си. Отец, передовой отряд монголов прорвался. Они уже в деревне. Никола, твой груз и провиант ждут тебя у ворот деревни. Мы проводим тебя туда. Спасибо. Готовьте катапульт и ждите сигнала. Стойте тут. Так, проводите братьев Пола в безопасное место. Ой, там дракон. Я опять старенький. А у тебя яблоко, кстати. На помощь! Я сделаю! У тебя, смотри, здоровье не отнимается. Ты такой опытный. Альтаир. Офигеть. Просто. Научился пользоваться им. Угу. Бам-бам-бам. Ну ладно. Ай, там конечно. А чё все-то? Не понял. Чего? А кто их убил? Идем. Держись рядом. Там же не стрелы прилетели вроде. Помогите! Давай, штукой своей. О, как он. Вон оно чего. Нифига себе. Понятно. А я вроде тоже не поняла. Я поэтому ничего не ответила. Я вроде видела, что кто-то спрыгнул. Идем. Так и а я там вроде тоже. Ничего нет. А что ты собрался? А, так и надо было, да? Тебя ждут. Вот это да. Откровение. Вот это Альтаир. Угу. Круто. Где все мирные жители? Эвакуировали, наверное. Отец, ты как? Силу затратил. Дай передохнуть. Конец эпохи. Когда я был молод, я наивно полагал, что наша кредо положит конец всем этим конфликтам. Если бы мне хватило смирения сказать себе, я многое повидал в жизни. Я сделал все, что мог. И все же высшая слава в том, чтобы сражаться за истину. Мы готовы. И вот что, Никола. Возьми их с собой и храни, как зеницу ока. Лучше спрячь. Артефакты? Вроде того. Это ключи. В каждом из них сообщение. А для кого они? Если б я знал. Ага. Старый босс, новый босс. Прости мне мой торопливый почерк, Клаудия. За это время произошли многие события, в основном печальные. Я снова направляюсь в Константинополь, преследуя предателя, коварство которого открылось лишь недавно. Принц Ахмед, дядя Сулеймана, оказался главой местных тамплиеров. Это он организовал поход на Масиаф, и он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить ключи, которые сейчас в руках ассасинов. Так что же меня держит?
почему я не отправляюсь с ключами в Масиаф? Потому что я был неосторожен. Тамплиеры знают о Софии и ищут ее. О боже, Клаудия. Если с Софией что-нибудь случится, я не смогу с этим жить. Я втянул ее в войну, о которой она даже не знает. Если с ней случится беда, бремя вины будет на мне вечно. Последовательность 8. Конец эры. Момент этот нравится, когда строится город. Ага. Прикольно. Классно. Чё? Граждане империи и наши заморские гости, внимайте! По приказу янычаров новые ограничения наложены на въезд и выезд из города. Знаете также, что награда в 10 тысяч акче будет пожалована любому, кто выдаст место, где скрывается ассасин Эцио Аудиторе. Ха-ха-ха. Угу. Нас искать будут. Мне их пикарина, кажется. Ну, вроде не красная. Да, кстати, вроде не красная. У портных новые предметы доступны. Будьте бдительны! Тихо ты, на печеньку. Он хочет... А что-то не сработало. Сработало. Сработало? Да. Добрые вести с востока. У тебя почему-то было больше. Мне показалось, то есть тебя как бы засекли. Ну, тут какая-то сказала. Что-то там. Я глянула в этот момент на индикатор, у тебя было больше. Угу. Ну ладно. Значит, показалось. Да блин. Нам надо, знаешь что, сходить в магазины. Ну, по-хорошему вообще бы. Но что-то я не вижу магазинов работающих. Да нет, вроде есть магазины. Странно. Давай к кузнецу зайдем. Там что-то новое должно появиться. К портному. Ну, короче, на рынок идем. Я, конечно, понимаю, мы спешим, но ничего. Надо посмотреть, что там новое появилось. Любопытственно. Да. Какие вульгарные сапоги. У меня есть очень изящный... В языке нет слов, чтобы это описать. Ладно. Где он там? А, вот он. Ну-ка, говори, что там у тебя есть. Сумки. Сумки. Ого. Хочу. Угу. Большой пузырек с ядом. Хорошо. Вообще отлично. Все, кажется. Или нет? Да. Парашюты. И не стесняйся сундучки открывать. Корпусы там всякие. Угу. Вообще надо купить бы. О, слушай, к Пери Рейсу можем зайти. Никто не предложит. Тут вон дядька, кстати, продает еще. Он готовый продает, гад. Ну-ка, продай-ка. Корпуса. Ах ты. Порох. Индийский. Плохо. Ударный корпус что-то не продает. И
И арабский порох, по-моему, нужен, если не ошибаюсь. Ну да. А, британский. Ну ладно. Корпус с запалом. Здесь тоже ударный корпус, конечно, нужен. Арабский. Поставлю. И фосфор, да. Будем экономить, значит. А здесь шумовая. Ну, с шумовой все хорошо. Правда, у кузнеца-то, конечно. Здравствуйте. Сейчас закупимся, он нас переоденет, гад. В нетерпении весь. Когда у него там все вкусняшки скупят. Доспехи. Сипахи. Сипахи. Сколько стоит? 10 тысяч. 11 тысяч. 13 тысяч. 14 тысяч. Да столько нет. А банк далеко? Какой чудный спектакль? Где-то здесь должен быть. Давай посмотрим, есть у нас там деньги или нет. Потому что если в банке денег нет, то плохо. Ой, да кому ты там нужен, орёшь? Где там глушатый? Горе и смерть! Пока не... Ну, например, вот. Печенька. Вот, отлично. Ну-ка, скажи приятную кошелек новость. Или жизнь? 67 тысяч, ну он как? Говорит, кошелек. Не, ну... Должно хватить теперь. На броню-то хватит, а там же оружие еще всякое. Ну, потом. Ну, видимо. Только мы в броню эту оденемся. Вот что плохо. Автоматом. Она хуже, да? Да, похуже. Хотя... Хотя нет, слушай. Она лучше. Она лучше. Оружие. Янычарский меч. Похоже. А, то есть, когда ты покупаешь, всегда одевается на тебя, да? Да. Я не буду пока одевать. Мне неохота потом на базу летать. Понятно. Ну, ладно. Индийский порох. О. Ха, покраска заработала. Черт побери. Хватит! Что с вами такое? То, что. Очень спешу. Пришли. Смотри-ка, народ здесь наш. Открытие. Принц Ахмед пригрозил причинить вред Софии. Найдите и защитите ее. Если на вас нападут, убейте 5 стражников в ближнем бою, не получив ранений. Ну, короче, серию сделать полную. Это странное какое-то условие.
Если на вас нападут. А если не нападут, то не трогать. Ничего. Ой, там валяются. Нифига себе. Это она их или Юсуф? Юсуф, поди. Ага. Юсуф. У него меч там в спине. А. Блин. Ты заслужил покой, брат мой. Реквиескат ин паче. Братья, сестры, весь город ополчился против нас. А убийца Юсуфа сидит в арсенале и смеется. Покажем ему, что бывает с теми, кто бросает вызов ассасинам. А где эти братья и сестры были, когда его убивали? Не знаю. Чё же у юбиков такая привычка, блин, всех убивать, а? Угу. У них печали. Такой прикольный персонаж. Жалко так. Ты зомец! Ну ты безнадёжно! Мама мия! Побегать отсюда! Действительно, очень классный персонаж. Такой очень яркий. Классно. Сейчас серию сейчас запарю. А там про серию не говорил, стоял просто. Я просто сказал, сказали 5 человек. Хватай, ублюдка! Ай, побили. Да нет. Ай. Ого, треснули. Если меня убьют, моя доля мне уже ни к чему, верно? Стоять! Убей его! Очень хочу испытать. Ай! А, выполнено. Ну ладно, а то рады. По-моему, броня все-таки похуже, что-то у меня здоровье поменьше стало. Вот он! За ним! Слушай, у нас бесконечная этот, помощь ассасинов. А, гад. Ну хорошо. Вперед. Идешь такой, ты такой. Ну или так. Умри! Анан! Одного только захватило, к сожалению. Ну да, жалко. А надо было в толпу прям кидать, она прилипла кому-нибудь. Ай, давай, отрави кого-нибудь. Черт. Там ачивка есть, отравить и убить сверху. Быстро! Вот. А, драпаем, драпаем. Забрали. Че, неужели не получилось? Ну ладно. С тобой вообще париться не буду. Ты влез в игру, правил которой не понимаешь.
Тебе ой. Конец, ассасин. Ой, да слышали мы таких уже. Где она? Какой гнев? Где она? Ты собираешься диктовать мне условия? Так убей меня, и дело с концом. Мне жаль, что все так кончилось. И те, кто могли бы стать друзьями, сейчас спорят из-за ключей. Мы сражаемся за одну идею, Эцио, только разными методами. Ты еще не понял? Мир, стабильность, мир, где люди живут без страха. Да, люди жаждут истины, но при этом не хотят видеть ее в упор. И как же бороться с таким невежеством? Свобода не лишена проблем, но она бесценна. Конечно. А когда все развалится и цивилизация погибнет, Эцио Аудиторе, возвышаясь над ее обломками, заявит: я не забыл свое кредо. Я открою библиотеку и найду великий храм. И я использую его силу, чтобы разрушить все то, что мешает объединению человечества. Не в этой жизни, Ахмед. Принеси печати в башню Галата, когда решишься. Сделай это, и я отпущу Софию. Скоро здесь будет армия моего брата, Эцио. И тогда все переменится. И долго ты здесь? Достаточно. Я следил за Ахметом с его возвращения, но не ожидал от него такого. И что ты думаешь? Он честный человек. Но эти тамплиерские бредни опасны. Это против здравого смысла. Мир как полотно из множества цветов и рисунков. Мудрый правитель не станет расплетать его. Он боится, что различия породят хаос. Поэтому мы и создаем законы, что применяются ко всем в равной мере. Принц! Назад! Стой, солдат! Этот человек не враг. Как бы я хотел иметь такого сына, как ты. Но ты же еще жив, друг мой. Эцио, прошу, не убивай дядю. Селим бы убил? Да. Как бы Сулеймана не убили в итоге. А у тебя известность такая. Угу. Спрашивается, ради чего мы тут шухер такой наводили? О как. Ну ладно. Отстал. О, там этот. Да-да-да. Ха-ха-ха. А, вот можно. Нельзя. Узковато. Но. Мы недостаточно. В смысле, мы не настолько гордые, чтобы не воспользоваться. Весьма зрелищно. Но зачем? Какого? Какого? Воротами его. Да еще да ё-моё. Вот он ушел. Нормально, все как раз тут выйдет. И схватил эту тварь. Половинка. Половинка снялась. О. Хладнокровные, безжалостные убей. На печеньку. Хм-хм-хм.
Если вы не поможете... Постыдился бы... Fashion stole my hands, I'm a contract.